Слушайте, вот затрахали уже эти лживые и мерзкие пропагандисты, а вместе с ними всякие жорики-хайпожорики, которые почему-то называют себя блогерами. Вот со вчерашнего дня вся лента в интернете забита информационными сообщениями, лживыми информационными сообщениями о том, что Соболь покинула территорию России вопреки решению суда. Речь идет о решении суда от 3 августа, которое налагает на нее некоторые ограничения, в том числе по выезду за рубеж, а в ночь с 7 на 8 августа Любовь Соболь выехала за пределы Российской Федерации, предположительно в Турцию, и вот здесь вот я бы хотел за нее заступиться. Дело в том, что ничего она не нарушала, решение от 3 августа в силу еще не вступило. Даже по российским законам, дело в том, что даже по российским законам у нее есть как минимум 10 дней на подачу апелляции, как минимум еще 2 месяца на рассмотрение этой апелляции, только после этого можно будет говорить, нарушила она что-то или нет. То есть, если апелляционный суд оставит в силе вот это вот решение, тогда вот на нее эти ограничения начнут налагаться. Сейчас пока нет, но пропагандисты, повторюсь, и некоторые недоблогеры уже врут. И вот это надоело, в связи с чем хочу обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, к депутатам Государственной Думы, к чиновникам и так далее, ко всем блюстителям закона. А как же закон о фейках, дорогие мои? Вы бы вот разобрались, да, проверили и привлекли к ответственности фейкометов и лжецов. Или в случае Соболь российское законодательство не действует? Хорошего дня!